Реновация продолжается. На этот раз специалисты меняют освещение в микрорайоне Сходня. Здесь установят более 2000 ламп наружного освещения нового образца. Главное преимущество современных светодиодных светильников – экономия энергии. При этом срок службы ламп от 20 до 25 лет. Дело в том, что система освещения в Химках и в Сходне, она действительно давным-давно морально и технически устарела. И это уникальная возможность, когда за один раз, за короткий промежуток времени, целиком меняется вся система, а не где-то меняются локально какие-то светильники. Светильники на фонарных столбах заменят во всех микрорайонах городского округа. В планах обновить 14 тысяч единиц. Также в рамках программы реновации в Химках установят 260 пунктов питания. Об этом специалистов попросили жители округа. Андрей Липанов, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.